Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Плеймарк, Госдума, Семечки, Олдовая Тучка, Курикс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас гигантский лабиринт, и будем снимать жесткую пилу, которая хочет всех распилить. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю всех пилить, мочить и веселиться. Что ты? Стоять! О, ты смотри, хорош, молодец. С этой штукой лучше не играться. Согласен. Реально. А чё я хочу? Ой, он наверху! Куда побежал? Он думает, что он сам умный. Ребята, смотрите, я его сейчас опережу, его события. Так. Опа! Опачки! Да, блин, смотри, читай и касает же. Ну! Я буду. А ты чё стоишь? Да! Есть! Лох! Блин, это было круто. Я знаю, что надо, ребята, сделать мне. Надо мне вот так выровняться. Ведь тогда будет хуже видно. А, улетел вниз. Ладно, я не буду пока включать реалистичный урон от падения, пусть пацаны повыживают, так будет веселее. Вот он думает, что он самый умный. Смотрите, ребята, показываю один раз, как я это сделаю. Ну блин, ну это же было очень очевидно, зачем ты так со мной гуляешь? Еще один, смотрите, грамотей, который хочет затащить. Блин, ребята, это так круто, мне нравится. Надеюсь, вы уже влепили лайкосик, подписались на канал и залетели в наш дискорд, ссылочки в описании. В дискорде можно очень классно повеселиться. Смотрите, вот у нас бегает здесь вонючий огурец, да? Что мы делаем? Мы просто тихонечко подлетаем наперед, где он будет бежать. А бежать он будет вот здесь, и мы его здесь встречаем. Пока! Вот он. А, ну все, тут его легче будет убить. Смотрите. Давай, стоять! Ай, блин, нет! Молодец, молодец, мочи тучку. Прям вылетело, лицо. Так, где этот огурец? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Все, ребята, я просчитываю наперед его действия. И он сейчас выйдет вот здесь, вот, и я его встречу. А! Да как я не убил тебя, блин! Это было на соплях. Куда? Да блин, смотри, что он делает. А где? А вижу. Я вот его хочу убить. Смотрите, сколько пил за ним гоняет. Все. Это было без шансов. Так, кто у нас выиграл? Или еще есть какие-то выжившие? Госдума. Я. Госдума, молодец. Он в тюбик забежал. Красиво тебя распилили. Ну да, Госдума, теперь ты будешь и начинать. Я думаю, это будет по-честному. 3, 2, 1. Раунд номер 2 начался. Так, подожди, он же может уже к нам лететь? Да. А его плохо будет. Видно. Лучше стойте в башне, внутри башни. Да, на ты думаешь? Он да. Тут, он тут. Беги, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Так, мы его увидим. Если он будет залетать в эту щель, мы его увидим. Да. Да. У нас тут стекло. И я знаю, как его обмануть. Его можно очень легко обмануть, пацаны. Сейчас вам покажу. Это, знаете, я так горю всегда и первый сливаюсь. Вот он! Бегите! Ну его нафиг, я его боюсь. Никого не убил. Дайте выйти! Мочи его! А! Как это так получилось, что я не умер? Ну давай, лети, лети, лети. Беги, Дима! Да, он меня не убьет. Ай! Есть! ОЛТВ, ну ты же сказал, что ты хорошо играешь. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. А я специально подал. А, понял, извиняюсь. Я ж не знаю твою тактику проигрыша, понимаешь? Да-да-да, ты не шаришь в этой теме. Страшные звуки. Звуки которые, которые я не хочу, и которые я не хочу ощущать на себе. Давай-давай, пилите его. Так, вижу пилу. Так, подлетает. А я успею убежать, ты думаешь, что ты меня убьешь? Привет, Саня. Здорово. Это кто? Курик, я могу так еще много раз сделать. Щенок! Ты меня не убьешь. Я намного быстрее даже поднимаюсь по лестнице, чем ты. Давай, давай. Беги! Беги, глупец! Отлично, отлично. Сань, я же от тебя не отстал. Ну так иди. Эта пила летает надо мной. Да пацаны, бегите, мы должны выжить. Кстати, Гусунёк, можешь поддаться, если хочешь? Я пытаюсь, выживаю как могу. Да, но вообще поддаться. Я не понимаю, как вы выигрываете до сих пор. Гусунёк, ты растерял свой навык. Раньше ты намного лучше играл, понимаешь? Да, мне просто уже. Просто я понял, что пиво это слишком сильно, поэтому... Тут мой навык не поможет. А какой у тебя навык обычно? Ум. Что? Ум и ловкость. А, ум и ловкость, да? Ну это как раз в моих роликах мы не применяем. Да, и почему-то выигрываете. Блин, надо
да. Ой, вы что там шкеритесь? Я вижу, как пила надо мной летает, понимаете? Я вижу ее, когда хочет меня запилить. Блин, это было очень стрёмно. Ого, там звуки борьбы. Да там пила дерется со стенами. Я Диму видел. Дим, ты где? Блин, ё-моё, я испугался! Боже, какой ты Галим, красавчик. Галимый. Еще. Так, вот я вижу, Бенди тут плавает. Пора его распилить. Господи, нет! Так как это нет? Ну почему нет? Ты такой хороший. Ну, давайте! Это один остался, последний выживший? Нет, я... А еще есть. Короче, ну ему... все, он там не выживет, смотрите, потому что я его встречу. Вот он. А, вот он, вижу. Блин, он сбежал, красавчик. А ну-ка стоять. Тубик. Повезло ему просто, как ему повезло. Я его здесь буду ждать. А, блин, уже убежал. А, вот он. О, все, он в тупик бежит. Ой, кого ты видел? Я вижу. А, это пила. Блин. На! Я знал, что я тебя смогу запилить. Это была тактика. Очень хитрый жук называется. Так, кто еще живой? Я последний. Гусанёк, ты победительница. Ой, победитель. А, нашёл. Итучка, подтупись сначала, потом уже со мной общайся. Вот он. Ребята, я должен его запилить. Я должен это сделать. Так, гусанчела. Он в тупик, а блин. Да, блин, вырвался. Хорош. Ай, блин. А чё я умер? Раунд номер 3 начался. Гусанёк начинает. Сейчас он попробует, как это быть за пилу. И будет минут 40 нас убивать, и мы будем победителями, все семером. Гусанёк, хочешь, можешь сдаваться сразу. Не буду. Как тебе такая тактика? Я сдаюсь, пацаны. Не, ну я не буду сдаваться. А! Чё, у меня пила запилила, ты хоть меня не пугаешь. Сейчас он прилетит и запилит тебя, лучше вот тут стоять. Я уже научен. Дверь не запили. Реально. Пацаны, его видит кто-то? Не. Не, я не слышу, не вижу. Он вверху, бегите, внизу, вниз. Я пошутил. Так. Все-таки он прилетел, он здесь был. Тут какой-то инопришеленец летает. Инопришеленец. Что за НЛО? Он уже внутри. Вот это хитрый жук. Он чуть меня не зарезал. Ну как же везет? Почему мне так не везет? Гусанёк, ну не злись. Мне от вас страшно, вы прям скримерами в лицо вылетаете резко. Че, Гусанёк, тяжело, да, управлять пилой? Свалим. Тихо, стой. Пацаны, он спускается! Осторожно! Так, он уже здесь. Его не видно, он такой мир. Я буду бежать со всей силы, Гусанёк, ты меня не убьешь. Вот это было круто. Опа, он рядом. Ну, давай, иди сюда, щенок! Он там бьется постоянно. Блин, вот это тактика класснючая. Гусанёк, ну что там ты бьёшься? Гусанёк, ну ты меня никогда не убьёшь, понимаешь? Ты очень слабый пилист. Пилист, блин. Лесоруб. Ну давай опять вверх побежим, я могу так делать вечно. Ого, это было близко. Это ну, что за тайминг, я не понимаю. Ну недостаточно для того, чтобы меня убить. Ребята, я его отвлекаю все это время на себя, понимаете? Мне надо медаль дать. Молодец. Я псих. Гусанёк, зря ты на меня время тратишь. Уже убил бы кого-то другого. Вот, он сейчас убьет его, смотрите. Нет. Смерть придет за тобой. Смерть. Ну, Гусанёк, будем вечно так делать, понимаешь? Бегите! Бегите! Блин! Да ё-моё, блин! Да, пацаны, я поддался ему, чтобы было веселее ролик. Блин, я аж подавился, блин. Да ладно, Гусанёк, ты реально меня подловил? Ты просто понял мою тактику, да? И придерживался ее. Я ум использовал, наконец-то. Наконец-то хоть в одном ролике у Диваса пригодился ум. Так, ну что, давайте теперь я покажу, как надо мочить. Гусанёк же один из лучших, был худших, покажу, как лучше играют. Так, я видел здесь Гомер бегает, давайте мы его отследим, его положение. И голову хотел отпилить. Нельзя, плохо. Так, вот он бежит, значит, он сейчас будет здесь проходить. Я его встречу. Что? Что? Ты перепрыгнул пилу, как? Ё-моё, вот это было эпично, кстати, у меня тоже так получалось. Ну, зимечка. Так! Ну как тебе так совпало? Что это? Что это творится?
Так, подожди, а где ты? Он справа, он справа. Вот я его вижу. Я его замочу. Я не отпущу этого человека никогда. Нет, он... Пила, уйди! Блин, увидел меня. Красавчик, заметил, не спорю. Ай, блин. Что? А чё мне за пила? Я бракованную пилу кто-то дал. Выкидывай. Есть! Есть! Я отомстил! А чё, я один остался? Меня вообще как бы Санёк убил. И Тучка, как я тебя замочил, красиво? Страшно. Тут вот человек бегает. Нет, не бегает. А! Да ну давай! Давай! Опачки! Ты хочешь со мной опять по это, да, покрутиться? Да. Хорошо, давай поиграем в салочки с тобой. Зря ты это затеял игру со мной. Ищем игроков еще. Вот вижу, бежит Госдума. Так, давайте сделаем в этот раз по феншую. Так, бежит. Так, он тут встал, между проходами. Так, подожди, вот он. Блин, хорошо. Почти. Я видел, как ты его чуть не убил. Сейчас, мне надо заранее продумать. Длинный коридор выбираем, и он там будет бежать по любасу. Есть! Красава. Так, кто еще живой? Я. Плеймарк. Так, два человека, ОЛТВ и Плеймарк. Так, ОЛТВ, ты победитель тоже, получается? Ура. Смотри, слетели все пилы со всех сторон, со всей области. Просто на пилу встал и не умер. О, толпа летит такая. ОЛТВ, ну тебе не выжить. Ты чудишь. Если сейчас дольше всех будешь выживать, ты будешь победителем. Время пошло. Ну, уже хотя бы полминуты прошло. Пчелы. Ну! Во-во-во-во, сейчас я его подловлю, смотрите. Ах ты, блин, еще чуть-чуть. А что ж ты чудишь, сынок? А взял, мы его убить не сможем. Реально. На! Я знал, что я это сделаю. Я его тактику продумал. Как вы думаете, проживал он дольше всех пацанов или нет? Да, верно. Да. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем пока. Всем пока.